не против этого. Я просто особо не уделяю его личности особого внимания. Мне главное, чтобы что в итоге получится. Если получит слабожанщина независимость в итоге этой войны, то можно оценить как позитив. А если заставит... Слабожанщина независимость от кого? От Украины. Ну и от России, возможно. Слабожанщина... Харьковская, Сумская область? Я вам скажу, слабожанщина — это Харьковская, Сумская полностью и частично Луганская, Воронежская и Белгородская. И не обязательно от Украины, может... Сумская. Я говорю, полностью Харьковская и Сумская, и частично Луганская, Белгородская и Воронежская. Вот это слабожанщина исторически. Но... она не, она не, только, не только в Украине, но и в России находится. Большевики ее разделили в свое время. Вот так. Если получится воссоединиться... Я понял, вы сами не знаете, чего вы хотите. Ну, я вам сказал... Вы хотите, которое нереально. Украина никогда не будет не претендовать на чужие территории. Ну, почему? Вам что, так сказать... Потому что Украина стремится в цивилизованный мир. Вам... После Второй мировой войны подписал бумагу. Да. Нерушимость границ. От этой бумаги... Я помню, но от этой бумаги Украине нужно бежать как черт от ладана. Она была подписана в 1945 году на Ялтинской конференции. А Крым еще 9 лет был российским. Так что упоминание об этой бумаге Украине крайне невыгодно. Потому что Крым еще 9 лет был российским при этой бумаге. Я вам просто поясняю, почему. Вот. А что, была такая страна Россия? Не было. Но принадлежность Крыма была российским. Вот, а подписан был договор между... Да. Ну так его нарушило. Кто его первый нарушил? Кто? Вы не знаете? Я знаю. Германия в 90-м году, поглотив ГДР. Почему поглотила? Ну потому что ГДР вошло в состав ФРГ, как и Западный Берлин. Три государства. Все говорят, что два государства объединились, а по факту три. Формально Западный Берлин был отдельным государством. Три государства, то есть Германия, ФРГ, поглотила два государства, Западный Берлин и ГДР. Ну это же, в общем-то, вы, вижу, образованный человек должен это знать. То есть нерушимость границ нарушена, независимо от цивилизованности этого нарушения. Все, договор как бы де-факто утратил силу. Был еще Хельсинский акт о том же самом, в 1975 году. Это то же самое, если криминальный кодекс кто-то нарушил, значит криминального кодекса нет. Что это за бред? Нет, ну, в международном праве... Если есть стороны спора, тогда оспаривается и ставится... Уголовное право это одно, а в международном праве такой принцип. Нет, договор нарушается, он уходит в... Договор, да. Но в согласии, в соответствии с этим договором. Ну, а если собираются все вместе и опять говорят, ну его нахер этот договор, тогда его можно херить. Вот так все время было. Так же это же вы думаете только в 45-м. И после Первой мировой войны, когда Версальский договор то же самое заявлял. Что нерешимость границ, вот установили. Проходит время, все меняется, потому что договоры это несправедливые, особенно Версальский. Так речь же идет о завоевании чужих территорий. Ну, а не об естественных процессах. Германия воссоединилась, это естественный процесс. А речь в договоре о нерушимости границ, о завоевании, об агрессии, о вторжении. Вот ну, понятно. Делать. Да нет, там просто о нерушимости границ в договоре. Нет, вы прочитайте. А как вы думаете, вот сепаратизм в Украине, это криминал или нет? Конечно, криминал. Вот. А какой статьей регулируется Уголовного кодекса, Криминального кодекса Украины? Я не помню. Да я вам подскажу. То, что сепаратизм это криминализированная статья, Я вам скажу, 110-я статья. А там есть одна тонкость. Не любой сепаратизм криминал. То есть дело в том, что 110-я статья Криминального кодекса Украины имеет бланкетную диспозицию. То есть посягательство на территориальную целостность Украины, а равно призывы к таковым действиям,
нарушенным, совершенным в нарушение Конституции Украины. Да, вот это надо было партию регионов посадить еще в 2005 году. Вы это вот, ну, в 2004 году был Северодонецкий съезд, если вы нам, на него намекаете. Когда, почему в 2004? В 2005, по-моему. В 2004 году, осенью был... В 2005? Ну, значит, да, в 2005 были выборы, третий тур в начале. Я знаю. Вот, я а Северодонецкий съезд сепаратистский... Вот когда суд признал результаты недействительными и на третий тур послали, вот тогда был... съезд в Северодонецке. Нет, он был раньше. Он был еще до выборов. До выборов. Он был не до выборов, он был перед третьим туром. Помните знаменитые слова Кушнарева? Здесь не будет ни киевской, ни донецкой власти, здесь будет харьковская власть. Неудачно сходил на охоту. Да, но все равно, как говорится, лучших убивают, как говорится. Но когда-нибудь на его памятнике это напишут. Когда вот Слобожанщина будет независимым, напишут. Золотые слова, золотыми буквами. Здесь будет харьковская власть. Угу. Будет, будет. Вот. Так я вам не догадался. Если будет харьковская власть, она будет... Если бы харьковская слобожанщина была отдельно, она бы уже давным-давно ушла как Крым. Ну, трудно уйти из Украины. Вход в Украину рубь, выход два. Нет, как оказалось. Нет, Конституция предусматривает референдум. Да. Какая Правильно, молодец. Какой статьей это регулируется? Конституция Украины. 73. 73. Правильно, 73. Так вот я и хочу, и продолжаю мысль, что если вы выходите и призываете, даешь независимость региону Эй. Гражданин Канады, мне надо ответить на звонок. Ну, отвечайте. Ну, сначала там сделай. А, так тут открыт. Сейчас. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не искушай меня. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой, чей, отвечает. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Они ж передали в 1922 році Воронежскую область. А в 22-м году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не была еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете, Миша, кто ли? 60 кілометрів від кордону з Польщею. Ага. Як ви думаєте, яка це може бути область? Сумська? Вау. Сумська область межує з Польщею? Ви смієтеся? Не надо испытывать наше терпение.